Друзі, до нас завітав тренер Олександр Олійник, і з ним ми будемо говорити про спорт, ранкову руханку і взагалі про те, як вести здоровий спосіб життя. Доброго ранку, Олександре. Доброго ранку. Розкажіть, як ви прокидались сьогодні? Чи легко вам було прокидатись так рано? Якщо потрібно, да. Просипаюсь без проблем. Хоча я дуже люблю з утра поспати. Фізіологічно я пізно ложусь і пізно встаю. Но у меня есть любимые занятия, да, я действительно работаю фитнес-тренером, люблю то, чем занимаюсь, и приходится просыпаться утром. А чей у вас режим дня и насколько важно его дотримуватись взагалі? В основном, ну, смотря чего касается режим дня. Ну, наприклад, от ви лягаєте спати у такій годині, а прокидаєтесь у такій годині от чітко так. Чи є у вас таке? Да, в 6 утра я практично кожен день вже на ногах. Ну, а як ви говорите про те, що ви пізно вкладаєтеся, так, і там, але вам потрібно рано вставати. Тобто ви відносите себе до сови, наприклад, або до жайворонка, і, тому що взагалі-то вчені, вони говорять, що всі люди жайворонки, але ну, враховуючи те, як ти ведеш там свій день, які справи, так, тобто, що ми самі свій внутрішній годинник, так, ми самі перелаштовуємо, тобто всі ми жайворонки, але потім ось так вигадали ще, що ще є сови, просто ми звикли так же так пізно лягати, а от вранці вже погано прокидаємося. Ну, фізіологічно, тобто, чоловік, да, должен засипати, коли сонце садиться, і просипатися, коли воно встає. Тогда человек себя отлично чувствует, то есть гармония. Но приходится, ну, без проблем. Вот сегодня надо встать утром, будильник зазвенел, все, я поднялся, никаких проблем. Стакан воды и все, начал заниматься делами. А от ранкову руханку ви робите кожного дня, і незважаючи на те, у якій годині ви встали? Не завжди виходить, да. Буває, що в залі делаю. Тобто, бывает такое, что прихожу на тренировки, то есть 7 часов утра у меня уже клиент, я вместе с ними разминаюсь практически. Ну, большинство случаев так и получается, да. Ранкову руханку, її потрібно робити наче серце, так? Або можна випити стакан води, з'їсти якоїсь там кашки, наприклад, вівсянки. Як ви радите? Нет, обязательно после сна надо стакан воды, да, потому что организм утра обезвожен, это нехорошо, и по поводу каши, обмен веществ с утра еще не настолько быстрый, чтобы запихаться кашей. Надо выпить стакан воды, сделать, да, небольшую зарядку, почистить зубы, душ, а потом уже через минут 20 у нас прием пищи, да. И не всегда эта каша полезна с утра, то есть принято говорить, каша с утра, потому что энергия на целый день. Нет, не всегда это так, потому что если утром просыпаться, обмен веществ не настолько быстрый, чтобы усваивать углеводы. Поэтому, если это легкий омлет с овощами, пожалуйста, да, вот через час я уверяю, что аппетит проснется. Там уже можно кашку. Так, от щодо їжі ви нам розказали корисні поради, а скажіть щодо води. Чи багато ви води вживаєте? Достаточно, да. Ну, то есть я, когда нахожусь в зале, я стараюсь каждый час стакан воды выпивать. Ну, может, не полный, да, но то есть регулярно на протяжении дня водичку пью, да. А як важливо пити багато води взагалі, і чому потрібно це для організму? Ну, кожному це дуже індивідуально, оскільки різний вес тіла, процент мишечної і жирової ткані, возраст. Это все влияет. То есть погода, да, летом, понятно, потоотделения повышенные, приходится больше, лимфоотток лучше, нужно больше воды пить. Востребности разные, да. Давайте перейдемо так. Ви досить багато говорили за кадром, так, про м'язи, про застійність, так, про те, що потрібно, щоб хребет був рухомий. От яким чином це можна підтримувати, так, постійно, ось для того, щоб там не стати, я не знаю, як дерево, так, щоб там вже там все хрустіло. Да, я от над этим думав, то есть всі, большинство вже знають, що
как набрать вес или как похудеть, что это диета, что нужен обязательно тренажерный зал, совмещение с кардио. Многие делают ставку только на кардио. Нет, мы построим мышцы, только тогда сжигается жир. Не может, когда мало мышц, сжигаться жир. Многие бегают, теряют воду, теряют мышцы, а потом удивляются, почему вес возвращается, даже еще с компенсацией. Нет, то есть нужно идти в зал. Должна быть гимнастика, вот так скажем. Да, что утреннее, свое тело надо тренировать. Вот так надо поддерживать. Но сегодня не будем много о мышцах, поговорим больше о здоровье. То есть многие вот с практики, многие проблемы в том, что люди не идут в зал, потому что есть какие-то патологии, там остеохондроз, протрузии, грыжи. Что касается женщин, то многие рожавшие женщины тоже слабые мышцы, которые поддерживают органы малого таза. То есть матка опускается и ищут себе оправдание. Вот у меня проблема, я в зал не пойду. Ну, можливо, вони вдома займаються. Да, то есть жалеют себе, это нехорошо для себя и окружающих, тем более близких. Надо начинать двигаться. Вот так. Яким чином і з чого тоді починати, так? З чого потрібно рухатися? З правильних движений. Немножко розкажу о варикозі, поки я здесь сижу. Добре, давайте. Ви хочете начнем одразу показати, так? Да. Яку справу? Еще одна проблема – варикоз, то есть расширение вен. Многие, вот я сижу, мне удобно. Многие сидят, когда ноги опущенные и пережимается задняя поверхность бедра. Да, здесь идут сосудики, подколенные лимфоузлы, идет застой венозной крови. И получается нагрузка на венки. Да, это и приводит к патологии, такой как расширение вен. Или еще одна проблема, я думаю, замечали, когда девушки вот так сидят. Ага, постоянно так сидят, да. Так? Да, да, это тоже не очень хорошо, тоже прижимается задняя поверхность бедра. Вот и приводит к таким патологиям. Чтобы этого не было, покажу упражнение, которое несет несколько полезностей. Вот так. Давайте. Да. Так, только вам потрібно так відєднатися трошки. Утро. Начинаем утро. Начинаем все стяжки. Тобто вранці прокинулися, одразу лягаємо, да, на підлогу. Так, надо сделать растяжечку, как и животные делают. Не делают растяжечку. Ну какая должна быть растяжечка? Покажу упражнение. Я думаю, всем знакомые березка. Это не просто упражнение, оно несет несколько полезных. Во-первых, помогает укрепить мышцы живота, мышцы органов брюшного пресса и увеличить кровоток в органах малого таза. Вот. С утра, когда мы просыпаемся, мы растягиваемся. Что мы делаем? Мы начинаем двигаться и дышать. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Или если мы держимся за спинку постели, мы делаем, представим, что держимся, я пока руку подержу здесь, делаем такую березку. Выдох, вдох, выдох. Вот, это упражнение укрепляет поясничный отдел позвоночника, укрепляет брюшной пресс и органы, которые, брюшного пресса, которые поддерживают наши все органы. И также уходит кровь с ног. Это упражнение полезно, что с утра мы сделали растяжку, активировали диафрагму, мозг получает больше кислорода, все, мы просыпаемся, у нас эйфория. Мы так начинаем свой день. Или после вечера, многие, то есть мы находимся при осевой нагрузочке, вертикальное положение, очень застаивается кровь в ногах, венозная кровь, которая... То есть ей надо помочь, стимулировать, подняться вверх к сердцу.
это же упражнение полезно вечером, дабы снять вот эту компрессию на вены, на органы малого таза. Ну, я так розумію, що ця вправа, вона буде корисна не тільки жінкам, а й чоловікам, так? Конечно, для тих, особливо, хто там постійно сидить на роботі, наприклад. Да, от проблема, от ми заговорили, да, за позвоночник. Проблема в тому, що ми много сидимо в сидячому положенні. І це приводить тому, що задня поверхність бедра, вона укорачується. Поэтому очень важно делать растяжку после рабочего дня, да, вот, выполняем эту березку, да. Следующее упражнение, очень полезно тоже, которое укрепляет мышцы, которые поддерживают, это для девушек полезно, для женщин, рожавших особенно, органы малого таза, ягодичный мостик. Тоже многих, во многих залах это знакомое упражнение. Его как бы используют, основная цель – накачать ягодицы. Да. Но оно не только… И поддерживать м'язи тазу, так? И, да, да, все. Но оно полезно не только тем, что мы можем накачать ягодицы. А в плане том, тоже упражнение поддерживает органы малого таза, увеличивает кровоток в малом тазе. То есть бывает, если застой, да, вот девушки... Давайте перейдемо до вправи, добре? Да. Так, и вы параллельно можете розповідати. Да, обязательно дышать. Выдох. Вдох, не касаясь пола. Выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Скільки разів потрібно робити от за один підхід і скільки підходів, так? Потрібно от березки і ось цієї вправи? Кажемо детально, побольше, щоб стало гарячо, прилив крові. Ми по щекам почувствуємо, що нам гарячо, що нам хорошо. Да, теж упражнення як органи укріпляють, так і поясничну зону позвоночника. А розкажіть щодо дихання. Наскільки важливо, от ви тут казали, вдох-видох, от наскільки важливо дихати правильно під час виконання вправи взагалі? Дуже важливо, тому що коли ми робимо вдох і видох, ми стимулюємо діафрагму. Дихання не можна затримувати, тому що це створює внутрішнє дихання. Якщо ми достатньо рівномірно дихаємо, ми отримуємо достатньо кислорода, тобто кислород – це як вода, життя. Дивіться, так, я думаю, що для останньої вправи у нас ще є час. Ви принесли гантелі. Яку вправу потрібно з ними зробити? І давайте одразу перейдемо, що потрібно, власне, робити з ними. Так, гантельки – упражнення для грудного відділу позвоночника. Да, я швидко покажу. Так, тільки ми розвертаємося, добре, так, до глядача, що вони так, бачили. Дивіться. Дивіться. Сюди, так? Да? Упражнение сделаем отжимание от пола, да, и пуловер. Отжимание. Активируем, значит, плечевые суставы и грудной отдел позвоночника. Очень полезно как для девушек, так и для парней. Ноги вместе. Вниз вдох, расширяем грудную клеточку. Выдох. Кто не может делать с носочком, опускается на коленки. Вдох, выдох. И тоже очень полезное упражнение для профилактики остеохондроза грудного отдела, подвижности плечевых суставов, пуловер. Гантельки мы удерживаем параллельно, делаем вдох, раскрываем грудную клеточку, выдох перед собой, вдох, выдох, или жим, вдох, выдох, вдох, видох. Яка вага потрібно, яку вагу брати для того, щоб був результат? Або це, ну, скільки там, 0,3 йде вага ось ваших гантелей? Ну, це просто для того, щоб показати техніку упражнення. Понятно, що все дуже індивідуально. Ну, залежить від того, тренірований чоловік чи ні. Ну, в будь-якому випадку, треба починати з самого малого. Як привчити, так, от остання порада нашим глядачам, як привчити себе кожного дня робити руханку і не лінуватися? Ну, в першу чергу, треба подумати о том, тобто, якщо є проблема, да,
что я могу сделать, чтобы решить эту проблему. То есть не искать оправдания. Я себе задаю вопрос. Вот если я сделаю это действие, принесет ли это мне пользу? Или я буду лежать на диване, искать оправдание себе, к чему это приведет? Поэтому тут все просто. Надо понять, что это нужно делать. Тож, друзі, не шукайте виправдань, дихайте правильно і робіть ранкову руханку. Так, от, до речі, так, Настя так вирвалася. Я хотіла те ж саме сказати, що не шукайте виправдань, так, просто приєднуйтеся, вмикайте 51-й, о 7-й ранку приєднуйтеся до руханки. А ми далі, нагадую так, що в нас був фітнес-тренер, тренер Олександр Олійник. Дякуємо вам за те, що до нас завітали, показали нам корисні вправи. І вам з вами прощаємося. Спасибо.